Познать секреты древних практик. На набережную Купеленки пришли 250 человек. Фестиваль йоги в городе Видное проходил впервые. Идея организовать мероприятие принадлежит тренерам, которые каждые выходные проводят бесплатные занятия на берегу реки. Инициативу поддержали администрация округа и территориальный отдел «Видное 6-й микрорайон». Наши сами организаторы большие молодцы. Они пришли не только с идеей, они пришли уже с готовой программой, которую мы просто вместе немножко подкорректировали. Мы вышли на место, посмотрели место проведения, в каких локациях планируется проводить те или иные мастер-классы. Одна из организаторов фестиваля Елена Будякова рассказывает, что к участию активно подключились местные предприниматели. На набережной было обустроено несколько зон для проведения творческих мастер-классов, а также площадки для занятий йоги по различным направлениям для любого уровня подготовки. Было несколько тренировок по разным направлениям. Это кундалини-йога, хатха-йога и новое направление – йога для детей. Мы ее назвали йога для детей, но это только такое начало, да, чтобы детки занимались своей осанкой, правильно развивали там ножки, ручки. После проведения фестиваля участники собрались в территориальном отделе 6-го микрорайона, чтобы обсудить рабочие моменты по организации праздника и поделиться впечатлениями. Очень, мне кажется, знаменательно и показательно для людей, для жителей. Мне кажется, это очень, это вообще, в принципе, людей обогащает и объединяет. И лично я, например, там очень много новых знакомств обрела. На встрече были рассмотрены идеи по организации подобных фестивалей в других городских парках, так как йога пользуется большой популярностью у жителей муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.